Что такое стресс и что происходит на фоне стресса? На фоне стресса у нас меняется в силу выброса, да, выброса гормонов и в силу возникновения внутреннего напряжения у нас меняется дыхательная схема. То есть, как правило, человек входит в состояние гипервентиляции, незаметно для себя. То есть это процесс, который происходит неосознанно. Вообще дыхание у человека – это неосознанный процесс. И работая с дыханием осознанно, дыша от живота, активизируя работу блуждающего нерва за счет вот этого нижнего дыхания от живота, за счет растянутого выдоха, за счет правильного правильной схемы и гармонизации баланса по углекислому газу и кислороду в организме, у нас происходит изменение биохимии. И у нас происходит на фоне этого, в принципе, расслабление. То есть через правильное дыхание мы можем преодолевать стрессы. И плюс еще, конечно, тут может быть очень мощная психологическая работа, которая заключается в определенных схемах распределения внимания, концентрации. В общем, это очень мощные техники, которые позволяют человеку быть эффективным не только под водой, да, но и в обычной жизни, потому что мы живем в эпоху стрессов, в эпоху огромного количества различных факторов, да, которые вызывают в нас бурю эмоций, в эпоху непредсказуемости и огромного потока информации. Нам надо учиться расслабляться, нам надо учиться быть стрессоустойчивыми. И техники, которые используют фридайверы, они могут быть очень полезны. Поэтому можно у нас этому научиться в рамках нашей школы, на наших занятиях.